Йоу, всем привет, с вами ваш я, братишки Чипинкос. You under you, bro, Чипинкос. Сегодня мы будем отвечать на вопросы. Мне вот пишут, говорят, вот ты, Чипинкос, много говоришь о рэпе, как о настоящем рэпе, ты говоришь, это фейк, это херня, это фейк. Ну тогда расскажи, как должен звучать настоящий рэп, чтобы мы поняли. И сегодня я буду отвечать вам на этот вопрос, ребят. Как должен звучать настоящий рэп? Без вопросов, спокойно, я вам сейчас разложу. Настоящий рэп, ему свойственно, сразу слышен примитивный бит. То есть это обычный бит, обычные сэмплы. Простенький, с элементами пианино, гармошкой и что-то в этом роде. Короче, простой бит с элементами вот этих инструментов. Там. Примерно вот такой бит должен быть. Дальше. После бита какой должен быть текст для настоящего рэпа? Текст должен быть самым простым должен быть текст. Максимум простые слова, простая рифмовка, глагольные рифмы. Это все свойственно для настоящего рэпа. Да, может быть, кто-то сейчас скажет, типа, глагольный рэп, это типа детский сад, я типа пишу, смотри, как блядь, хуй его знает, как Лермонтов. Ни хрена! Здесь тебе не литература, сынок, мамкин, тут рэп. Мы говорим сейчас о рэпе, а не о том, какие у тебя, я не знаю, блядь, литературные способности. В жопу твои литературные способности, блядь. В жопу поэтов, блядь. Мы говорим о настоящем рэпе, о настоящих рэперов. И теперь, с битом мы разобрались. Простой примитивный бит, простые... текста, вот. Еще раз повторяюсь, текста самые простые, простая рифмовка, простая читка, глагольные рифмы. Все это настоящий рэп. И самое третий пункт в настоящем рэпе, о чем твои текста. Если твои текста не затрагивают улицы, если твои текста... не рассказывают о проблемах, короче, и так далее, то это уже, извините, ребят, это уже не рэп. Если твои текста о любви, о том, как ты, я не знаю, там, снимаешь тёлок или еще что-то, то, извини меня, сынок, это не настоящий рэп. Настоящий рэп должен быть с улиц. Вот. И самый основной пункт – рэп. В рэпе должна быть агрессия. Если в рэпе нет агрессии, то это уже, как бы сказать, уже практически не рэп. Потому что любой рэп, в любом рэпе, в настоящем рэпе, я говорю именно про настоящий рэп, должна быть агрессия. Если в рэпе нет агрессии, это уже рэпом считаться не может. И я признаю тот факт, то, что когда я выпускаю альбом, из 13-14 треков, то 10 треков у меня настоящего идет настоящего рэпа, и 4 трека у меня для разнообразия сделаны треки не настоящего рэпа. То есть 10 треков у меня идет настоящий рэп, и 4 трека. К сожалению, у меня не настоящий рэп, потому что я это сделал для разнообразия альбома. Я это признаю. Я это признаю, то, что у меня есть треки, которые не относятся к настоящему рэпу. Я это признаю. Я это говорю прямо в камеру, в отличие от других сук, которые делают рэп и называют это рэпом, настоящим рэпом. Ни хрена подобного. Я сейчас в камеру признаю то, что у меня... В альбомах существуют такие треки, которые не относятся к настоящему рэпу. И это сделано не для того, чтобы, я не знаю, там, повысить какую-то популярность или еще что-то. Это сделано для разнообразия альбома. То есть, так будет интересней слушателям
И не знаю, это прикольно вообще. Но неинтересно, когда альбом состоит только из одного настоящего рэпа. Иногда вот видите, люди добавляют разное интро, еще что-то там. А я добавляю 4-3 ненастоящего рэпа, чтобы альбом как бы размешался и казался немного интересным. Вот. Так что вот так вот, ребят. Простой бит, примитивный бит, простой текст, простая рифмовка. Если у тебя слова какие-то замысловатые, блядь, я не знаю, там, то, братан, иди лучше, не знаю, на литературные шоу, шоу там поэтов. Бейся там, бейся там. Нахрен тебе нужен рэп, где используются простые слова, простые рифмы. Во-первых, рэп — это музыка улиц. И те сосунки, которые закончили Гарварды, Оксфорды, хуёксфорды, я их рот топтал. Потому что таких людей не должно быть в рэпе. Таких людей не должно быть в рэпе. Рэпер, он должен быть уличным. Уличным, понимаете? Но если рэпер не уличный, какого хера он может писать рэп? Какого хера он пишет рэп? Значит, он, это сука, эта сука просто фантазирует, понимаете? Эта сука просто фантазирует. Рэпер должен быть уличным. Рэпер должен быть в большой степени неграмотным. Неграмотным, потому что рэп – это музыка улиц. Человек, который в галстуках, в костюмах, я не знаю, там сидит, блядь, в «Газпроме», блядь, я не знаю, еще где-то, да, в банках там. Такой, знаете, ученик, блядь, Ломоносова или еще какого-то там МГУ вуза, читает рэп. Мне, если честно, не интересно такого артиста слушать. Я его рот топтал. Мне такого артиста не интересно слушать, нежели передо мной выйдет чувак, который с улиц. Может быть, он окончил, бля, я не знаю. Может, он вообще в школу не ходил. Но мне больше интересно будет слушать его, чем вот этих всех, блядь, сосунков, которые, блядь, закончили разные известные там, блядь, проплаченные вузы, блядь, и выходят, блядь, с умным ебалом и строят из себя умных философов, блядь. Да пошли бы нахуй, я ваш рот ебал. Я, если я хочу прочитать философов, послушать философов, я еще раз говорю, я включу, блядь, Фридриха Ницше, блядь, Зигмунда Фрейда и, блядь, остальных, блядь, я не знаю, философов, блядь. Ебаный в рот, блядь. Так что вот так вот. С вами был ваш я, братишка Чипинкос. Я завершаю этот эфир. Всем мир. Вы, наверное, поняли, как делать настоящий рэп. И все зависит от вас. Делать настоящий рэп, либо идти по истокам моды, которые навязывает сейчас мода. Либо читайте вот рэп в стиле, я не знал, Клауда, Хуялда, блядь, и так далее. Но помните одно. Эта музыка к настоящему рэпу не относится. Это не относится. Поэтому решать вам, какой вам рэп делать. Делать вам от души на простой бит, простыми словами, простой читкой, текстами. Либо вам делать, блядь, на электронные биты разные. И не знаю. Короче, все зависит от человека. Какой человек, если он... Не знаю, вот такой, как вот эти все, блядь, сраные идиоты, блядь, ебучие, то пусть он делает вот эту хуйню модную. Но если человек имеет внутри душу, то ему подойдет только настоящий рэп. Это мое мнение. Я завершаю этот эфир. С вами был я, ваш братишка Чипинкос. You under your bro, Чипинкос. Yeah, всем на связи, всем мир. Будут вопросы, задавайте. Мне не впадло ответить, только не заебывайте меня своими треками. Не кидайте по 100 раз в день мне свои треки, ребят. Понимаете, я хочу послушать, дать каждому оценку ваших треков. Но поймите, ребят, у меня своя жизнь, у меня до хрена дел. Мне надо, блядь, тоже, блядь, я не знаю, блядь, как-то двигаться. Так что всем вам мир и peace, удачи.